Здравствуйте, дорогие огородники. У нас продолжает расти рассада лука. Лук Exhibition, сладкого лука. И он уже давно у меня просится на улицу, поэтому я его переставил вот в такой уличный рассадник. Благо на улице сейчас, конечно, стоит шикарная погода, солнышко, но ночью все равно у нас как бы морозы. Но, тем не менее, он очень легко переносит где-то похолодание даже до минус 3 градусов, поэтому прекрасно уже сюда он переехал. И здесь будет расти до самой-самой высадки, уже на постоянное место. Здесь он даже будет расти лучше, чем когда он у меня стоял в теплице, потому что в теплице сейчас уже очень жарко и сухо. Все очень хорошо. У кого есть возможность переставить именно от окна, уже это пора делать. Можно выставлять на балкон, выносить днем на улицу, если, конечно, плюсовые температуры, чтобы лук вот именно у нас уже привыкал и к пониженным температурам, и он будет даже крепче намного, и рассада будет лучше. Поэтому вот так вот мы продолжаем выращивать. Конечно, не забываем поливать его обязательно. Обязательно он должен видеть влагу. Можно провести чуть попозже подкормку небольшую. Но я думаю, что это даже не всегда обязательно делать, если у вас хорошо заправленный уже грунт. Достаточно будет удобрений, которые находятся в грунте до момента высадки рассады. Все, она продолжает расти, а высаживать где-то ее еще порядка через месяц, в начале мая, не раньше. На этом сегодня все. До свидания, до скорых встреч.